Слушание по делу о перерасчете пенсии ветеранам МВД пришлось перенести. В окружной райсуд столицы приехали обе стороны, несколько десятков ветеранов и представительница Минюста. Она должна была представлять правительство и выступить ответчиком по этому делу, однако явилась в суд без документов. Поэтому было принято решение отложить заседание до 11 мая. Мы понимаем, что это манипуляция. Сегодня было первое заседание в деле военные пенсионеры Украины против правительства. Приняв свою преступную пенсионную реформу, не проведя честного перерасчета пенсий военных пенсионеров, они просто мошенничают и затягивают это дело. Мы очень надеемся на то, что суд справедливо рассмотрит позывы военных пенсионеров и примет справедливое законное решение.